А кто понятые? Ну, всех все представим. Сначала ознакомились с постановлением. Понятые, кто понятые, заходите в квартиру. Понятые, заходим в квартиру. Заходите. Меня не пустили, а сколько понятых должно быть? Двое должно быть. А вот наши двое понятых почему не подходят? Они не подходят, выйдите из квартиры. Чего? Что значит выйдите? Это мои понятые. Я выйду из своей квартиры. Почему при нас тут это оба? Все должно. Я еще в особых пометках в протоколе укажу, что слишком много было ваших людей. Выключите, пожалуйста. Не, извините, конечно, но сотрудники полиции в форме, вы извините. И что? И что? Извините. У вас какие полномочия на то, чтобы у меня что-то измывать? Вы задержаны, уважаемый. Я? На каком? На каком основании? Вы меня задерживаете? Да, я вас задерживаю. На каком основании? На основании того, что мы здесь обыск проводим, а вы нам... Я вам что? Вы мешаете нам. Не трогайте меня! Не трогайте меня! Телефон отдайте, пожалуйста. Не трогай меня. Уйди от меня. Телефон отдайте. Обыскивай. Ну, по-хорошему вас просим. Я вас тоже по-хорошему. В случае мы вынуждены сейчас применить физическую силу. Алё, надо почему нет? Потому что видеозапись... Она не проводит следственные действия. Она тоже самое. Будьте добры, ваше лицо. Не задерживайте. Вы всем задержите.